Долгожданный ремонт, самый известный и поругаемый всеми водителями улицы Оренбурга, вот-вот начнется. Рыбаковскую на время дорожных работ перекроют минимум на 2 месяца. В этой связи многим автолюбителям навыки вождения змейкой, возможно, больше не понадобятся. О необходимости капитального ремонта Рыбаковской говорят уже давно. Печальный опыт дорожных заплаток показал, проезжая часть нуждается в серьезной реставрации. И вот буквально вчера аукцион на право дорожных работ выиграл Оренбург Ремдорстрой. Правда, к работе компания приступит только через 10 дней, то есть 26 июня. А пока, чтобы не тормозить последствия дорожников, свои работы на месте проводит Оренбург-Водоканал. Планы произвести капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Водоотведение порядка 800 метров. Будем перекладывать сетей водоснабжения чуть больше километров. Как только подпишется договор с подрядной организацией, дорожники станут параллельно. О том, какой видят Рыбаковскую оренбургские автолюбители, мы узнали прямо на месте. Водители, которым часто приходится проезжать этот участок дороги, охотно поделились своим мнением. Если по-хорошему делать, то нужно, конечно, немножко расширять, делать карманы для парковки, особенно около детской областной больницы. Естественно, перекладывать все внутренние коммуникации, чтобы люков здесь не было. Дорога должна быть намного шире. Ну, соответственно, я думаю, может быть, зеленее должна быть еще. Ну, и, соответственно, ровной должна быть дорога, чтобы для водителей было удобно все. Чтобы узнать, что из себя будет представлять печально известная улица, мы обратились к начальнику дорожного управления Сергею Рукину и выяснили, Рыбаковскую действительно ждут большие перемены. Полностью дорога перекрыта не будет. Будут перекрываться небольшие участки. То есть перекрестки перекрыты не будут. Если на перекрестках будет производиться работа, то это будет население заранее проинформировано об этом. Будет уширение проезжей части, будет добавлена еще одна полоса. То есть будет усилено основание, будет применена геосетка. Дорога будет расширена за счет тротуара, причем зеленые зоны не пострадают. В целом, контракт на дорожные работы с Оренбург-Ремдорстроем подписан вплоть до 2016 года. В дорожном управлении говорят, за это время проезжую часть отремонтируют полностью. А пока в течение летних месяцев дорожные работы пройдут лишь от улицы Цвилинга до Терешковой. Ведь именно в этот отрезок проезжей части входит самая проблемная зона. Иван Берг, Константин Воробьев. Наше время.